Как осветлить волосы корицей? Корица является одним из самых эффективных натуральных средств для осветления волос. Ее используют с медом, он усиливает эффект. Корица с медом также отлично укрепляют волосы, так как содержат минералы и витамины. Шевелюра становится пышнее, ухоженнее и крепче. Волосы приобретают приятный аромат. Чтобы приготовить осветляющую маску, корицу смешивают с медом в равных пропорциях. Затем добавляют 2-3 ложки бальзама для волос, чтобы маску было легко смыть. Если мед густой, слегка растопите его на водяной бане, затем добавьте все остальное. Перед нанесением убедитесь, что у вас нет аллергии. Маску наносят на чистые, слегка влажные волосы, на сухих и очень мокрых волосах результат будет хуже. Маску рекомендуют наносить, отступив от корней 1 см, так как корица может вызвать жжение. Голову утепляют пленкой и полотенцем на 1-4 часа. Чем дольше держат маску, тем сильнее проявляется результат. Маску смывают шампунем и увлажняют волосы питательным бальзамом. Если ополоснуть волосы после мытья отваром ромашки или водой с лимоном, результат осветления усилится. Лимон и ромашка обладают осветляющими свойствами. После первой процедуры эффект может быть малозаметным, особенно на темных волосах. Поэтому маски применяют регулярно 1-2 раза в неделю, тогда волосы осветлятся на несколько тонов.